Филологический факультет ННГУ Лобачевского встречает гостей из стран Скандинавии. Еще в 2011 году на кафедре журналистики был открыт Международный центр по подготовке журналистов и специалистов по связям с общественностью. Норвежский университет Волда и Нижегородский университет Лобачевского заключили между собой официальное соглашение о работе над этим проектом. В рамках него норвежские преподаватели читали у нас лекции, наши студенты ездили на обучение в Норвегию, а сегодня мы встречаем у себя студентов из Волды, а также шведского университета Согл. Давайте попробуем сказать фразу. Здравствуйте, в эфире Радио Университет. Привет, привет. О, привет. Привет. Здравствуйте, Университет Радио. Молодец! Мы начали сотрудничество с российскими университетами в 2009 году, и это был университет в Калининграде имени Канта. Сейчас мы начали сотрудничество в 2011 году уже с университетом в Нижнем Новгороде, и я считаю, что это очень важно. Обмен студентами, другой взгляд, обмен студентами из Швеции, Норвегии и России. Все о театре, о Клинде. Все о театре от Линды. Привет, это музыкальный канал. Становление журналиста в мультикультурном обществе – это актуальная тема для России, для Швеции, Норвегии, для всего мира, потому что сегодня общество сталкивается с новыми вызовами. В частности, это вопросы, так скажем, дисбаланса в межнациональных отношениях. Поэтому журналистика играет очень большую роль и в том, как будет вестись межкультурная коммуникация. Поэтому опыт России, Приволжского округа, Нижнего Новгорода, многонационального города, и города, в котором проживает 94% русских, но представители более 100 национальностей здесь официально зарегистрированы и действуют более 30 национально-культурных общественных объединений. Это, конечно, такая пилотная площадка для развития, вот, в том числе, межкультурной коммуникации. Филологический факультет ННГУ проводит очень широкое международное сотрудничество, а проект «Становление журналиста в мультикультурном обществе» стал одним из самых удачных. Самое главное в нем – это постоянный обмен студентами четырех вузов – Швеции, Норвегии, Нижегородского и Калининградского университетов. Мы очень довольны сотрудничеством вот именно с этими вузами. Главным образом, потому что наши студенты много очень получают и очень-очень довольны этим.